Задача – устранить неравенство для всех жителей края в доступе к информационным технологиям и к всемирной сети. Так, по федеральной программе устранения цифрового неравенства, она же УЦН 2.0, за 3 года ее действия к полноценной мобильной связи и скоростному интернету подключились 139 малых населенных пунктов Алтайского края. Были внесены изменения в закон о связи, и расширена была линейка населенных пунктов, которые входят в эту программу, теперь уже от 100 до 500 жителей, и не просто Wi-Fi столбы, а вполне нормальные, современные, оснащенные базовые станции, которые позволяют предоставлять услугу связи на территории всего населенного пункта, непосредственно делая доступ к сотовым услугам сотовых операторов и мобильного интернета 4G. Напомним, по программе УЦН 1.0 3 года назад телекоммуникационная компания организовала коллективные беспроводные точки доступа к интернету в более 250 селах численностью от 250 до 500 жителей. Радиус действия сигнала в пределах 100 метрах. Тем самым создали цифровой каркас в виде волоконно-оптических линий связи. В последние годы в приоритете труднодоступные удаленные села, при работе с которыми были технические сложности. Мы поставили в этом году на 2 базовых станции больше, то есть населенных пунктов в этом году у нас 79, а базовых станций 81, потому что в Нижней Конече и в Соловихе у нас пришлось ставить 2 базовых станции из-за рельефа местности, потому что одна базовая станция не могла охватить все домохозяйства нормальным качественным уровнем сигнала. Все было выполнено в срок и вообще в течение года. То есть вообще задача стоит до 31 декабря все выполнить, а в течение года мы всегда шли с опережением. В следующем году к интернету и мобильной связи подключат 28 населенных пунктов. Программа рассчитана до 2030 года. По плану подключить еще более 230 сел численностью от 100 до 500 человек. Добавим, проголосовать за тот или иной населенный пункт можно либо на сайте госуслуг, либо с помощью Почты России, письмом на адрес Минцифры России. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком.